О! Вот они идут. Вот они идут. Те, которые не ночевали дома. Подморозит. Подморозит. Так. В деревне, как всегда, ничего не успеваешь. Это не успеваешь, что не успеваешь. Опять виновата, Степановна, потому что зацепила нормально, взялось хорошо. Так, ну, наверное, здесь теперь отцепим. Сейчас. Ясно. Ну так-то стажок нехилый. Ну стажок. Я сейчас буду тащить, а ты сзади подталкивай. Ага. Не трать. Стой, толкай. Слышь, толкай, толкай. Доброе утро, друзья. У нас сегодня последний, по прогнозу гидрометцентра, последний день без снега. Сухой. Вот так. Гидрометцентр передал прогноз, что с завтрашнего дня будет... О, как теленок ревет. Будет погода портится. Будет погода портиться, будет дождь, снег, мокрый снег. Я вышел на улицу. У нас сегодня, этой ночью, коровы не ночевали дома. Они пошли где-то, короче, заблудились или ушли далеко. Короче, утром мы встали, нам позвонила наша дедушка-бабушка, у них они до сих пор держат корову. Говорят, ваши коровы вместе с нашими, там и еще чужие коровы с другой, ну, с нашей деревни, других хозяев находятся там-то. Ну вот, я завел автомобиль, отвез Елену Степановну. Там они уже были. Короче, гонят коров. Гонят коров. Сейчас. Я вышел посмотреть, нету ли их на горизонте. Нет, еще нету, еще не дошли. Вот так, так у нас сейчас выглядит. Так вот, такие у нас деревенские будни. Короче, последние дни выгоны коров. Вон коровы ходят, телка сходит и теленок Миша многодетного. Ну, они... В целях экономии сена они выгоняют коров до самого большого снега. Так они все ходят, шарятся. Сено так экономится, значит. Ну, я так думаю, что сено экономится. О, кошка и кот вышел. Да, кот, погладиться хотят. Они хотят погладиться, хотят молока свежего. Ну, сейчас тетя Лена придет, нальет молока. Так, ну что? Пока их нету, пока они гонят коров там где-то, я пойду, сено дам пока. Так, оно приготовлено, в принципе, сено. Все,
это у коров. Ну, пойду я для этих овечкам, короче, насыплю, говорю, сено. Заговариваюсь. Так вот закрываю, чтоб никто не зашел. Видно, что было дома. Были, что мы есть дома. Пойдем кормить овечек. Надо будет сегодня тоже завести трактор, волокушу колесную туда тащить, чтобы она здесь не мешалась. И на время вот этого снегопада, не знаю, наверное, погода испортится окончательно, может, не окончательно. Короче, надо будет подтащить один из стажков сюда. Двух-трехгодовалых. Вот сейчас буду кормлю сено с этого стога. Вот одёнок остается. Ну вот. Свежую пока не даю. Ну, телятам даю иногда. Ну, когда телятам? Короче, даю вот это сено. Так, в принципе, сено до декабря месяца у нас есть. Но все равно надо возить. Все равно возить надо. Вот. О! Вот они идут. Вот они идут. Те, которые не ночевали дома. Да, не ночевали. На ваш кошки жалуются. Вот кошка жалуется, кот жалуется. Почему их нет? Молока хотим. Че, картошки не давать сейчас? Ну. Доброе утро, Елена Степановна. Доброе. Как вам удается выглядеть замечательно? Кто такой? Потому что утро доброе. Как я говорил ранее, сегодня последний, по прогнозам гидрометцентра, хороший солнечный денек, поэтому сейчас завожу трактор, выезжаю в огород, там делаю кое-какие манипуляции на тракторе, переставляю платформу, подтаскиваю стажок, готовимся к ненастье, к не очень хорошей погоде, когда выпадет снег. Скорее всего, скотины мы не будем выгонять, будет дома стоять. Поэтому надо кормов подвести, пока хорошая такая вот погода стоит. Лучше, конечно, вот когда сухо, хорошо, рад, классно такая погода. А когда вот это слякотное, холодно, дождь, снег мокрый, ты, блин, тогда неохота. Неохота выходить на улицу. Сейчас воды уже залил. Каждый день сейчас сливаю воду. Хоть трактор стоит в гараже, все равно сливаю воду. Потому что вдруг подморозит. Так. Вот. Оставлю здесь прицепчик. Нагружу потом дровишки. Их надо подвести к дому, сложить. Ну, зимовать, короче. Что-то я в этом сезоне профукал время. И это надо было делать, когда было сухо. Вот сегодня сухо. Если выпадет снег, дождь, дрова намокнут, сам будешь весь мокрый.
Сейчас, короче, вот так. Так, короче, не получается у меня. Все, на все время не хватает. Все время не хватает. Сейчас, короче, беру, отцепляю здесь колес под колеса полежки, чтобы не катилось. В деревне, как всегда, ничего не успеваешь. Это не успеваешь, что не успеваешь. Кто-то скажет, ты время неправильно распределяешь. Ой. Надо все успевать. Да. Может быть, я и на самом деле время неправильно распределяю. Ладно. Ой. Дрова, мои дрова. Прицеп лежит на земле. Сейчас мы тросиком его поднимем, зацепим повыше.
платформу, пусть тут постоит. Вот еще один минус. Это не габарит. Вот сейчас видели. Разворачиваться, вытаскивать, затаскивать. Плоховато. Широкая платформа. И широкая, высокая, большая. При перевозке сена стогов колея не входит. И едешь вот так вот, она получается, что идет туда-сюда. Не по колее, короче. И сток. Сток шатается, вот что плоховато. Шатается, прыгает, все испытывает всякие неровности, едет по кочкам. Мне еще надо стажок подтащить какой-то из этих стажков. Один я не смогу подтащить. Ну, в смысле, я смогу на тракторе один, но надо мне будет супругу мою звать, чтобы она смотрела, поправляла. Иначе потащишь, сток перевалится, или оденок, короче, останется, чтобы было ровно взято с этого. Нормально, хорошо. Поэтому надо нам ее звать. Трос у меня там. В стогу сейчас вытащу его. Какой стажок взять? Этот или этот? Какой-то надо брать. Это двух-трех годовых. Это, короче, старое сено. Макушка, вот видите, тут не очень, но в целом сено нормальное. Так, сейчас я еще, наверное, проеду. И стажок пошевелю, подобью его. Вот. Подобью, лопатой подвину, чтобы взялось хорошо, ровно. Так, стажок. Стажок подбил лопатой. Сейчас вытащим трос из того стога. Объехал его стажок. И он, видите, мыши бегают. Подбил, короче, его. Вытащим трос и будем пробовать тащить его. Что у нас получится? Одеваем обязательно перчатки. Ну, мы, наверное, трос подтаскивать будем, скорее всего, в следующей части ролика. Вот, во второй части. А то очень длинно получится. Так, что, я зацепил трос. Сейчас на первой передаче потихоньку его буду тащить, чтобы он освободился от оденка. Так, что у нас? Ага, тянется. Нормально. Снизу сена, а вот узел, вот он, ну-ка, тащился. Когда ровный трос, тогда идет хорошо, все как по маслу. Желательно их убирать и трос использовать целиком был. Если, ну вот мы почему завязывали трос вот так узлами, потому что не было раньше этих скруток. На вот сейчас стали скрутки продавать. Вот такая вот эта. Ну, я потом покажу, короче, скоба. Вот. Один трос, другой, две скобы ставятся. Болты, гаечки. И стягивается между собой два троса, и получается хорошо. А здесь вот такой узел, он
сено цепляется, не позволяет скользить трассу. Кормить осенью скотина ест все. Она... Так, надо подбить. Опять виновата Степановна, потому что зацепила нормально, взялось хорошо. Совет не хочет правильно давать. Давай, волокушу, цепляй это, туда, протяни, тебе будет ход туда, он за это цепляется. Сейчас. Я зацепила его хорошо, что он идет. Сейчас, за трактор, короче, на данном тракторе стоит, короче, не... Оборотов меньше сделано. Не так, как на МТЗ-80, а так, как на МТЗ-50. У оборотов угловая скорость двигателя D240 гораздо выше оборота двигателя. Или волокушу убрать, чтобы ты туда ход сделал. Сейчас это уберем. Ну, короче, газанул я.
На малых сейчас, говорю, сейчас включу на малых, и он пойдет. Ну, нифига не получилось. Он пошел, да за этого зацепился. Ну, сейчас я отцеплюсь. А еще там картошку куево копали. Где-то там картошку выкопал. И закопал. Ясно. Сейчас отцепимся, перецепимся. Я отъеду. Короче, так вот. Так, ну, наверное, здесь теперь отцепим. Сейчас. Ну что, тупит. Чё тупишь ты? Вот. Вот. Чё оно хочет? А, под колеса? Понятно. Данная платформа очень хорошо для перевозки рулонов пойдет. Вот. А так вот, ну, сено возить можно, но, блин, там такая ужасная дорога. Сейчас будем. Видите, насколько я. Метра два сдернул его, стажер. Сейчас зацепимся. Сейчас сюда в сторону будем тащить. Цепляй. Опускаемся. А что, не хватает? Нет, хватит. Ближе тебе. Че он у тебя глохнет? Не хватает ему оборотов. Хочется в натяг и тащить. А в натяг не получается. Ясно. Ну так-то стажок нехилый. Да. Вон оттащили сколько. Что у нас? Давно стоял дома. Сверху уберется, а тут-то вот зеленое, вот, хорошее сено. Под дождями не было, когда метали. Я к сену-то вон это сверху, там где уберется. Сено-то хорошее. Ну, стажок. Я сейчас буду тащить, а ты сзади подталкивай. Ага. Не трогай. Стой, толкай. Быстро, не толкай, толкай. Хорошо. Чтоб тебе тягла хватило? Нет, так. Понятно.
Ой-ой-ой. Так. Ну, сколько дров привезли, сколько работы. И те надо везти домой. Без меня бы не справился. Без моих советов и моего плюс тягла к теглу трактора. Как раз топливо на это там добавилось. Да. Да? Конечно, справился бы. Это... Что? А я думал, или потом телегу под эту уж. Потом все равно скидывать сверху надо будет плохое. Сейчас. Что? Дров. Телегу я поставил там. Я думал, ну да. Дров маленький накласть. Okay. Ну не маленький, короче. Ну сейчас... их все свозить надо туда. Да. Я сейчас подъеду, зацепишь мне. Mm-hmm. Вот. Перевести надо к дому поближе. Ну, а эти на следующий год. Отопительный сезон на следующий. Тут у нас елочки. Лес растет в огороде. Едет.